В этот раз запрещается использование пиротехнических средств во время празднования Нового года. В связи с этим сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейской службы провели совместный рейд. А по словам жителей, использование пиротехники опасно и вредно. Подробнее в видеоматериале корреспондента. Организаторы подробно объяснили продавцам, что пиротехника опасна. Специалисты также предупредили потребителей не продавать такие товары. А в ходе рейда не было выявлено предпринимателей, которые без лицензии занимались своим бизнесом. Совместно с УЧС города Атырау полицейскими проведено рейдовое мероприятие. В настоящее время на рынках ведется незаконная продажа пиротехники. Сейчас в городе есть 3 объекта предпринимательства. Все соответствуют требованиям. За последние 2 года в нефтяном регионе не зафиксировано несчастных случаев из-за пиротехнических изделий во время празднования Нового года. Но большая часть населения не хочет покупать фейерверки. Наоборот, говорят о их вреде. Мы вообще не празднуем, потому что опасно. Мои дети, внуки не пользуются ими, так как они боятся. Ежегодно рассказывают, показывают о их вреде. Из-за них дети становятся ограниченными в своих возможностях, получают ожоги. Теперь родители должны быть бдительными. С начала года на территории города зарегистрировано 174 случая пожара. Из них 5 возникли на предпринимательских объектах. Поэтому представители бизнеса должны обращать внимание на меры безопасности с целью защиты своих товаров от возгорания. Зеки Асхат, Казахайраттың жұлдызы, Жарылғас Шалғасов, телеканал Атырау.